За 2020 год в ОПФР по Магаданской области поступило более 2000 заявлений о назначении страховой пенсии. Большинство предпочли, чтобы им оформили выплату без предоставления дополнительных документов. Заявление о назначении страховой пенсии нужно подать за месяц до наступления права на нее. При этом гражданин может заранее ознакомиться со своими пенсионными правами, если запросит выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте ПФР или госуслуг. В таком документе будут отражены периоды работы, суммы пенсионных накоплений. Если в выписке отсутствует информация о каких-либо периодах, ее можно дополнить. В промежуток до 2002 года за этой информацией нужно обращаться лично в ПФР. После 2002 получить у работодателей.